Ну что, всем привет. Top Legends. Ничего лишнего, только призывы. Поехали. Сразу у нас в первой десятке легендарный Бегемот встречает. Бегемот — это тема. Погнали далее. Ну, знаете, что здесь в основном вся прокачка упирается в призывы. Рост персонажей, опять же, в призывы. Ну и, конечно же, каждые 50 призывов нам дают какую-то карту. В частности, вот этого Нуаду дали. Но он довольно-таки топовый. Но мы идем сюда. Здесь хочется выловить крутую карту, дабы увеличить силу команды. Тор — это не то, что нам надо. Нам нужна вот эта дамочка. Шароу, давай. Ну-ка. Пока не дают ее. Давайте разгрузим. Что такое? Почему героический? Вот здесь вот. Понятно, что призывы независимые, и тут понятия разгрузки, конечно, нету. Но хочется верить в то, что... То, что будет сейчас что-то еще интересное. Ну, по крайней мере, здесь точно будет. О, фиолетовый. Далее. Ну и какая еще легендарная? Ангелина. Ну, пойдет. Карта хорошая. Ну, давайте. Вот здесь полтос оставшийся. Тройки тоже нужны. Мы их будем сливать. Вот она, Шару. Может, еще дадут? Не дают. Я помню времена, когда прям насыпало. Будьте нате. Так, ну давайте забираем здесь тогда еще свитки. Сейчас дадут за заданьку 3 в событиях. Здесь задание, призывы, еще надавали 111 призывов. Ну, неплохо надавали, можно еще прям пойти призывать. В лавке, конечно же, купим, куда уж без этого, призывы. Здесь прям покупаем, не думаем. Здесь вот эти, наверное, сколько, 3600, на 3600 хватает. Купим. Ну, погнали еще. Как раз. Что, одного не хватит? Нет, хватит. Хватило. Еще Шару. Отлично. Эти карты нужны. Ну, давайте. Остаток получается здесь. Эрик. А я не знаю, новая? Нет, не новая карта. Ну, добиваем тогда здесь. И опять нам что-то здесь достается. Интересно посмотреть, что... А, совершите покупку. Ну что, идем сюда в героев. Давайте посмотрим сначала, сколько у меня сила команды. Заходим на арену. Нажимаем здесь.
716 тысяч. Ну, я думаю, что сейчас будет 28 после прокачки, я надеюсь. Потому что столько призывов слить, это, ну, надо умудриться было. 5200 она была. Посмотрим, сколько станет. Давайте. О, на 500 тысяч уже подняли. Сколько не хватает, чтобы ее еще качнуть? Так, одной не хватает. Эх, призвать бы еще. А здесь много. Ну, посмотрим, сколько теперь у меня сила команды. На 600 тысяч выросла сила команды. Вот это я понимаю. Просто вот так. 200 призывов, считай, сделали. На 600 тысяч повысили. Давайте компанию пробьем. Вдруг повезет. И мы прямо сейчас выйдем в лидеры проката. Нет, не повезло. Давайте еще. Не, ну должны пробить-то. Давай. Есть. Так, ставим сильных, неподкупных. Ну ладно, попробуем. Одолеем, нет? Не, что-то не тянем вообще. Пока что не тянут, ребята. Ну, видимо, надо лямов 30 в запасе иметь, чтобы непосредственно у нас успех ждал в битве. Потому что здесь иногда вообще не пробиваем с напрочь. Ну, этап 20-28, чего хотели, это довольно-таки серьезно. Это уже прямо, ну, не финал, но такая заявка. Вот сейчас, кстати, неплохо пробили. Есть шанс проколотить. Давай, 27 лямов, погнали. Не, что-то как-то они совсем не тянут. Не тянут, ребята, не тянут. Ну давай здесь что авто. Выбор. Что мы можем еще тут сделать, предпринять? Подожди, ну-ка я сейчас, если попробовать выкачать. А, кстати. Не выкачать, да? И это тоже снаряжение не выкачать. Жаль. Не вкачать. Ангелина. Ну, кстати, вот это мы можем попробовать закачать. Нет, тоже нет. Блин, зараза такая. Еще что ли попризывать, я даже не знаю. Но у меня за монеты, за алмазы что-то жаба душит призывать. Если честно. Столько еще где-нибудь один призыв надыбать. Ну, может, в башне бесконечности где-нибудь дадут. Или тут не дают награды такие.
Да, тут, наверное, не дают. Бойцовский клуб. А, погоди. А, стоп, ну-ка. У меня же вроде есть еще возможность, погоди. Сумка. Неужели нет сундуков? Здесь нафиг не надо, беспонтовые монеты. Да, видать нету. Это все фрагменты, это фрагменты. А карты и нету, ха-ха-ха. Ну ладно. Дай бог тогда. Так, таверна, да? О, тут древние руины еще есть. Вот что. Поехали. Не выпал. Ну, я думал, мало ли, может быть, пойдет. Так, а что сделать? Как сделать так, чтобы экстра сундук был? Добавьте ваше состояние определенного героя. Так, зеленый у меня такой есть? Нет? Да, есть у меня этот герой. Так. Тогда вот так добавим его. Сейчас. Синий, да, нужно? Ага, окей. Вот так сделаем. Может, дадут сундук? Есть шанс. Ну, по крайней мере, есть, да. Не, нету. Вот это птица. А у меня и нету. Ну и бог с ним. Ну видите, что тут в принципе. Такие темы. Блин, а вот фиг знает на самом деле, как. Так, это синий. Ну да, он у меня есть. Давай его поставим. Ну, дайте сундук. Не дают, какой там процент вообще, что дадут экстра награды? Наверное, вообще процент очень маленький.
двух с топорами еще поставим. И вот этого. И синий нужно. Вот этот, да? Ну все. Может, дайте тогда доп. Да, блин, собака не дают. Ладно, а что если я сейчас в магазин пойду? Магазин. Где у нас магазин? Магазин, таверна. Лавка. А, там достижения есть. Хорошо, хорошо. Здесь что мы можем купить? Беспонтово здесь это покупать, наверное. Беспонтово. Ой, ладно. Не дали нам толком ничего дельного здесь. Ничего дельного не дали. Все тогда, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Все посмотрели сегодня и пока.